И каково она с Марселом? Что каково? Он такой толстый. Отвратительный. Вовсе нет. Он просто большой. И маленький в другом месте. Откуда ты знаешь? Видел его в барах. Бедная друзила. Ты злой. Стоять! Послание для принцессы. Назовите себя. Макрон. Пароль. Правосудие. Принцепс. Прошу прощения, принцепс. Император приказывает тебе явиться к нему. Что ему надо? Возможно, хочет попрощаться. Ему уже 77. Да живет он вечно. Как поживает Энни? Супруга моя живет в надежде на новую встречу с тобой, принцепс. Подожди снаружи. Что все это значит? Будь осторожен, башмачок. Помолись за меня. Я последую за тобой, как только смогу. Не нравится мне это, Макрон. Он что-то замышляет. Бояться нечего. Я префект претарианцев. С Тиберием всегда надо быть настороже. Опасайся нервы. Говорят, он умеет читать мысли. Нерва, принцепс, дорогой друг. 10 лет слишком большой срок даже для императора. Я бы чувствовал себя более счастливым, если бы он вернулся в Рим. Каков он нынче? Стар, как и я. Я имел в виду его настроение. Сродни погоде. Погода нынче славная. И переменчивая. Я знаю, что за последний месяц несколько моих коллег-сенаторов были приговорены к смерти за измену. 9, если быть точным. 5 расхитрили. Покончили с собой. Это нечестно. Ты согласен, нервы? Они были славными людьми. Почему же тогда их любимый император признал их виновными? Твои мысли не лишены логики, принц.